Так, хотим вас познакомить с необычным автомобилем. Судя по всему, раньше это был Mitsubishi Colt. Тут, думаю, комментарии излишни. Все вот из жести тут. Много пивных банок ушло на оборудование этого автомобиля. Глушители, да? Не только глушители, автомобиля в целом. Судя по всему, собрались на нем в будущее. Судя по отверстиям в дырках, тут еще доп-опция приворачивается какая-то. Ну да, наверное. Трудно сказать, что это. Хозяина никто не видел. А так-то бы спросили. Видимо, недостаток кислорода при движении. Вот. Сейчас начинается как бы не самое интересное, но тоже достойно внимания. Я думаю, тут комментарии по поводу аэрбэга тоже излишни. Он реально настоящий, то есть голова ваша останется цела при ударе об него, всяко разное. Пух только в разные стороны полетит и все. Вот. Вот это высотомер от самолета. То есть, видимо, все-таки что-то с космосом тут связано. Это датчик вообще неизвестный. Вот еще два. Тоже непонятные мне вообще приборы. Так, да. Немало компакт-дисков ушло. Для косметического ремонта этого автомобиля. Также он оборудован мультимедийной системой. Ну и опять же диски. Кругом диски. Вот. Да, опять вот пивные банки, видите, да? Стереосистема, наушники есть. Вот. Это, походу, от велосипеда ручки. Ну, какие-то, не знаю, там. Или отлейки от какой-нибудь. Вообще, все до мелочей. Форд зачем-то приплели здесь. Ну все тут нормально. Это изолента, что ли, пристегнута? Судя по всему, это десятки от фонарей от задних. Все наверняка приспособлено. Никуда не денется. Mitsubishi. Видите, да? С помощью проволоки и ножниц можно творить чудеса. Ну а это была ваниш или что-то там типа того. Не знаю тоже, какую оно тут функцию выполняет. Но это все мелочи. С тем, что вы увидите дальше. Багажник. Вот, стрелочки есть даже, куда двери закрываются. Но это так, чтобы не забыть на всякий случай. Вот. Все тут есть. Так. Стоит открыть, наверное, багажник посмотреть. Открываем багажник. Вот. Это колпак от автомашины ГАЗ. Сетка, чтоб тут случайно кто-то не вырывался. Это вот какие-то штуки тут. Не знаю, тоже что-то, видимо, вещь нужная. 4 штуки их тут ровно. Вот это что такое? Тоже канистра, видимо, была раньше. Это, ну, нужная тоже вещь.
Тут опять же вот у нас пивные крышки. Это уже шарик какой-то. Не знаю, что это такое. Опять они, незаменимые пивные банки. Кругом они вот. Больше всего меня поразила полка вот, и на ней колесики. Колесики это от кресла, по-моему, крутится все. Зачем? Зачем это все здесь? Два, видимо. Это какое-то новое развлечение. Катушечный магнитофон, наверное, стоит все-таки здесь. Ну, это машину в ремонт загнали, видимо, чтобы никуда ничего не пропало, сняли. Ну, теперь самое интересное. Ну, внешний вид, я думаю, тут и так все понятно. Жесткому тюнингу подверглась данная автомашина. Подержи. Чувствуется рука во всем, за что не возьмись. Обмотана целлофаном, чтоб не гремело. Отпускай. Сразу же начинает интересовать один вопрос. Зачем вот эти здесь приваренные ручки? Две штуки. Видимо, автомобиль многофункциональный, и в зимнее время года его можно откручивать и кататься на нем с горки. Вот. Так. ГБЦ отсутствует, так как на ремонте. Вот, когда снимали ГБЦ, оттуда выпал этот шланг. И на конце вот была вот эта присоска. Присоска, судя по всему, это от провода высокого напряжения, от телевизора, от кинескопа. Ну, от лампового, от какого-то. Шланг, ну, видимо, у хозяина душа больше нет в ванной. Вот. Эта вся система отпала, и теперь мастер очень переживает. Вряд ли этот автомобиль заведется. Так, как, да, как ее подсоединить? Вот. Вот между бампером и радиатором насос от велосипеда. Как бы я его доставать не хочу оттуда, но он вот шевелится, все. Он там есть. Он там есть. К нему идут какая-то крышка и два провода. Зачем? Провода уходят. Вот тут конденсатор какой-то приваренный. И вот он, походу, приходит в действие, этот насос, с помощью вот этого выключателя. Это я так думаю. А возможно, вот этого пакетника. Вот. Вот. Потом вот принудительное охлаждение. Это мотор какой-то. Да, пропеллер самодельный. Вот. Я все-таки думаю, что это он дует на коллектор выпускной. Видимо, очень нужная вещь в данном автомобиле. Вот. В воздушном фильтре стоит моторчик. С крыльчаткой. И провода тоже там есть. То есть это все работает. По-любому. Там, я не знаю, вам, наверное, не видно. Какой-то гантели какая-то. Вот толстая, приваренная к двигателю. Так, это бачок омывателя. Убейте меня, что если это не пробка от графина. Вот. Это фильтр тонкой очистки. Он идет, шланг этот идет, как оказалось, на омывателе лобового стекла, то есть на капот, вот сюда. То есть все серьезно. Это тоже не знаю, что такое. Вот эти сетки, это тоже от телевизора. Вот. Не знаю, видно вам, не видно, но вот это я видел в школе на деревообрабатывающем станке. Ну, пусковое устройство, как я понимаю. Вот тоже провода, все подключено, все замечательно. Это тоже непонятно, что такое. Резетка вот есть.
А это откуда я знаю, что это такое? Ну, не знаю. Что-то есть там. Однозначно. Автомобиль оборудован ксеноном. Самое что интересное, все тут есть. Вот какие штуки тут все есть. Тут даже шланги торчат. Вот это тоже что-то все серьезно. К сожалению, автомобиль мы не можем подъять на подъемник, чтобы показать, что творится под ним. Вторая часть. Да. Вторая часть. Как вы уже поняли, автомобиль находится в автосервисе с ремонтом головки. Ему, видимо, кто-то сказал голову отремонтировать, но он что-то не ту стал ремонтировать совсем. Ну, еще много всяких приспособлений тут. Скотчевая шумка. Это от вентилятора. Я знаю, в машинах раньше на присосках такие были. Тоже, видимо, необходимая вещь вообще здесь это. В общем, вот видите, во всех мелочах тут, везде коснулась рука инженера, серьезного при том, что. Так, вот Керс тут, тут Карлсон, ну все как надо, короче. Спойлер-то вообще он требует особого внимания, это же надо, сколько клепок. Крючок бензобака, если открыть, там тоже что-нибудь есть. Открою. А там, где багажник, там еще один рычажок есть. Там по-любому что-нибудь есть, я чувствую это. Опа. Так. Ну, цепочка вот есть. Опа. Тоже вот прибор какой-то. Что это такое? Судя по проводам, все-таки здесь электро что-то есть, присутствует. Опаньки. Ой. Вот, я же говорил. Ой. Да. Везде коснулась рука. Везде. Ягуар. О. Главное не забудь, что 1500 кубиков тут. Вот приборы какие.